So hello my dear friends from Nigeria, South Africa, Australia, and maybe Alaska and Norway. I don't speak English at all, and this is my very first video using screen. And maybe everybody will hate it, but I must do it. So, я хэтер Сергей, я и бурь, и Москва. Во время бури был в Москве. In this video, I'll show you how to use MailWiz in black emailing. The purpose is to get some more visitors for your website. В этом видео я покажу возможности программы MailWiz для так называемых серых рассылок гражданных посетителей вашего сайта. In this screen you can see that about of the mailing segment is sent and mailing is still continue. 3% сегмента улетело, сегмент порядка 12 000. And here what we have, about 16 visitors. Very little, but better than nothing. Вот такой скромный пик. За несколько практически мы получили. Причем это так называемая информационная рассылка, которая, собственно, и не предполагает, что будут какие-то переходы, а призвана дать пользователю некий полезный контент по схеме 5 плюс 1 или 7 плюс 1. In this template there is some useful information for customers. And this is how the program MailWiz looks. Maybe I'll send it to you a bit later. I send it if my video gets some popularity. Вот такой архивчик программы MailWiz 4, которая якобы стоит несколько тысяч долларов, лицензионка. Ну, естественно, содрано из широко известных в узких кругах источников. By the way, it costs about $12,000. So I told you this is my first video. I recently bought microphone and I also have a computer and a mouse. And this is how it works. It doesn't work at all. Такая полезная программка. Процесс Explorer показывает, что процессор не справляется. Практически захлебывается в мегабайтах информации. Да, и кто-нибудь, если знает, где купить вот такие штуки, буду очень признателен. Ищу такой плафончик. So thanks everybody. Hadi bra. А теперь постскриптум для тех, кто досмотрел до этого места. Классика жанра — реклама в центре видео. Тем, кто закажет что-либо у моих коллег на этом сайте на сумму от 20 000 рублей, либо будет еще как-то полезен. Установим MailWiz плюс PMTA бесплатно. Кстати, если вы заметили, глотает кадры, подтормаживает. Будем над этим работать.
и информация для самых наблюдательных зрителей. Эту метку MailChimp объясняется это очень просто. Изначально рассылка, естественно, была создана в небезызвестном, который банит после нескольких тысяч писем. Соответственно, MailWiz — сервис, который лишен этих недостатков и позволяет отправлять тысячи писем ежедневно. Всем спасибо за внимание. Attention, don't subscribe to this or you will be arrested as a Russian hacker's supporter.